Пекин призывает Вашингтон отказаться от мышления времен холодной войны. Китай выступает за мирный путь развития, оставляя за собой право на самооборону. Но ни при каких обстоятельствах не станет применять атомное оружие первым, заявили в китайском министерстве обороны. Так власти страны отреагировали на доклад под названием «Обзор ядерной политики», ранее опубликованный Пентагоном. В документе говорится, что Китай наряду с КНДР, Ираном и Россией представляет собой ядерную угрозу. В ответ на нее США планируют разнообразить свой ядерный арсенал ракетами малой мощности. Неоднозначно ядерную доктрину США прокомментировали в Берлине. В немецком МИДе заявили, что запущена спираль новой гонки атомных вооружений, которая ставит под вопрос глобальный мировой порядок.